И вот еще один 2470 F2.8, первая версия. Обрыв шлейфа апертуры, о чем говорит закрытая апертура вот здесь. И, соответственно, ошибка 0.1 на всех значениях ниже 2.8. Поехали! Отмечается на объективе наличие отпечатков пальцев прямо на моторе, что говорит о следующем. Аппарат вскрывался и, соответственно, в нем производились какие-то манипуляции. В данном случае видно обрыв шлейфа апертуры, вызванный тем, что его оборвал привод этого зума. Такое происходит в результате укладки шлейфа немножко ниже, чем нужно. То есть он приклеивается к поверхности линзы немножко ниже, чем надо. Иногда происходит зацеп и таким образом разрыв шлейфа. Также мы видим, что это шлейф оригинальный. А следовательно, его не меняли, что-то производили, что-то делали с этим объективом, возможно, работали с двигателем, что-то производили, какие-то работы, и как результат уложили шлейф немножко ниже. И вот такая история случилась. Определенно здесь повреждение от привода зум.
еще один объектив собран. Теперь пришло время тестов. Мы видим, что спокойно двигается трансфокация, при этом не люфтит. Прям хорошо. Фокус ходит спокойно. И давайте проверим электрическую фокусировку. Видим, что движок свеженький, бегает хорошо. И это значение сохраняется на 24 тоже. Теперь апертура. Апертура 22. Изображение. И давайте апертура 22 на 24. То же самое. Теперь сделаем кадры на бесконечность, на плоскость. И дальше будем уже подводить итог. Итак, сделал кадры на 24,70. В данном случае сейчас вот 70 и 24. И здесь стоит кое-что заметить сразу. Здесь недостаточная резкость на 70. Вот в этом положении до объекта 250 метров резкость должна быть выше. В 24 она еще куда ни шло есть, но в 70 уже совсем не то. И по таблице получается то же самое. Резкость на 70 недостаточно хорошая. Вопрос со шлейфом апертуры разрешен. Остался вопрос с резкостью на 70. Теперь переходим к настройке резкости на 70. Делаем исходник на 70, дырка 2,8, смотрим результат. Видим, что резкости нет, которая нужна. И дальше крутим винты. Большие манипуляции передней линзы приводят это вот в это. Видите, разница очевидна. И вот он и результат. Объектив уже полностью собран. Включаем камеру еще разочек. Кадры до и после я вставлю позже. Ну а сейчас смотрим вот так. 24. 70. Детализация вернулась. Ну а на таблице, если смотреть. Так, это вот это. Это вот 70. И получается предыдущий снимок. 70 вот это было. Разница очевидна.